Я сейчас включаю запись. Таким образом, сегодня начинаем свою встречу. Значит, новостей, как я уже обещал, больше никогда не будет. Будет просто информация. И любая информация, для кого это новость, как прошлый вебинар Владимира, если я не ошибаюсь, если я помню, кто-то из слушателей, смотрителей, заявил, что Владимир Маслов или просто Владимир ко мне обратился, что я ничего сегодня нового не услышал. Правильно? Но зато моя задача здесь рассказывать организационно-экономические вопросы, поднимать их, как бы препарировать, давать различные визуализации этого дела. Вот, и я стараюсь это дело максимально как бы использовать с пользой для дела. Потому что какой-то небольшой, скажем так, мягко выражаясь, опыт у меня есть. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, добры и не судите строго. Таким образом, идем дальше. Пока похоже, что Сергей настраивается, мы здесь пойдем. Я быстро сейчас покажу вам. Естественно, дорогие друзья, мы за землю сегодня в ответе. И только лишь в этом случае скажут спасибо нам дети в будущем. Вот. То, что мы делаем, от этого зависит очень сильно то, какой будет Земля завтра, послезавтра, 10 лет послезавтра, 50 и 100 лет. Поэтому я не устану повторять эту заставку. Прошу вас, это даже во сне иногда лучше увидеть. Вопросы на сегодня. Извиняюсь, 22-й я не стер, сегодня 01.03. Что мы имеем и как этим пользоваться? Адресные проекты во времени, этапах и оплайн. Ага, Владимир, здравствуйте. В прошлый раз на свой вопрос я получил неполную, поэтому уточняю сегодня. Вы говорите, что иная деятельность, кроме как кредитование с обеспечением международными финансами, регуляторами, рассматривается как некая незаконная депрессия. Вопрос, будут ли действительно договора старых инвесторов в суде Лондона, к примеру, если они являются договорами продажи акций? Да, будут, потому что в тот момент так и было. И тут нечего греха таить. Просто так презентовался продукт, он подавался, так было в договоре написано. Причем договор, он и есть договор. Вот. И для вас, в принципе, а в каком случае в лондонском суде? Дело в том, что идти можно в лондонский суд только в случае, если какие-то претензии будут, так? А это в любом случае основой является не договор, дорогие друзья. Основой является то, что занесено в регистр. Договор – это на случай движения от момента начала инвестиций и до момента внесения в регистр компании. Вот что основное. Вы в регистре компании, пожалуйста, сделайте скрины, чтобы был скрин этого, как бы вашего кабинета, где есть, ну, как бы, с этой самой, ваш там сертификаты, пардон, извиняюсь. Не все сразу укладывается в голове, много вопросов. Вот, и это очень важно. То есть выписка из реестра. Поэтому, возможно, и старых инвесторов тоже нужно проверить на новую форму с теми же условиями. Нет, не надо этого делать. Вопрос о сохранении прав не шуточный. Правом является не договор, дорогой друг или коллеги, а правом является наличие вас в регистре. Вот что является самым главным. То, что адекватно занесено туда. Пока вас там нет, ничего нету, в принципе. Хотя и договор тоже имеет определенную силу для выяснения, если кто-то что-то не так понял. Да, тогда поднимается договор и смотрится, что я думал так, а здесь написано так. Или человек начинает, вот как сегодня у меня был разговор. Нет, я уверен, эта акция стоит доллар. Я говорю, как? Ее номинальная стоимость. То есть человек не понимает, что такое номинальная стоимость акции. Вот. И когда начали считать, а, скажем так, ваш кредитный или, скажем, так называемые ваши расходы, связанные с тем, что ваш залог оказался на вашем имени. Посчитал. Я говорю, ну, так сколько сейчас ее, скажем, ваша расходная часть?
Все проявится в будущем, когда будет на рынке ценных бумаг наши акции. Для этого очень важно, что мы есть в регистре, мы будем занесены, кто пожелает выйти и участвовать на международной бирже, носит, открывает свой банковский счет ценных бумаг и так далее, и так далее. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Я надеюсь, Константин, я вам ответил на ваш вопрос, чтобы он не затерялся. Дайте мне знать, если это вас устроило. Если не устроило, все равно дайте знать. Значит, здесь в чате вебинара. Итак, идем дальше, дорогие друзья. Значит, что у нас, чем мы пользуемся? Вот сегодня шла дискуссия, значит, что мы видим, что мы не видим. Инвест-программы. Возвращаемся к тому же славному, значит, много крови попортившему, еще бог знает сколько там нервных клеток кому-то съест. Ну, есть уже так есть, понимаете. Кому-то там завидно, кому-то там еще. Человеческая натура такова, ничего страшного нет. Я бы тоже чесал свой лысый затылок, я извиняюсь, насколько он лысый. Если бы я не участвовал в этом проекте с 2014 года, я вам прямо скажу, один мой коллега, с которым мы консалтинговой деятельностью уже не первый год занимаемся, Фин, он сказал: да, я Фин-придурок, ибо я просто не нашел времени серьезно войти в проект в свое время, но я войду в этот проект сейчас, я вижу, что все равно выгодно. И говорит, я очень сильно переживаю и буду переживать. Все правильно. Те, кто имеют возможность, пользуйтесь этими возможностями. Поэтому показываю, что есть в вашем кабинете. Вот, например, это выписка из моего кабинета. Вам доступны пакеты в рассрочку с дисконтом. Оформить эти пакеты вы можете в течение, вот видите, сколько здесь, значит, этих дней, часов и минут у меня. 180 дней, у меня уже от 180 дней сколько-то времени прошло. Видно, да? Извиняюсь, я стрелку не свою, а вернее не вашу, а свою стрелку. Видите, от 180 дней уже 179 дней, сколько-то часов осталось. Вот. Выбрать. Появляется пакет, я пошел дальше. Теперь у меня еще не было возможности подарить. Я ее не нашел сегодня, но я думаю, что коллеги все, которые этим делом занимаются, могут посмотреть и... Значит, и смогут найти это, так что это все важно. Причем выходят вот такие инвестиционные программы, рассрочку мне вышли, видите, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 и 5000. Шикарные возможности, дорогие друзья. Причем я позже вам остановлюсь, почему я это подробно вам открыл, потому что там появилась дискуссия, что там люди ведь понимаете, как думают, что кто-то из своего кармана, там, что обкрадываем там Анатолия Эдуардовича Юницкого, обкрадываем там, кто-то говорит, компанию. Отнюдь, я вам объясню, в чем дело. Никакого обкрадывания нет, это все четких, и тут ничего нет сверхъестественного, или, скажем, фокуса тоже нет, что по столом кто-то подтасовывает и потихонечку выкидывает акции, какие-то пустые, не имеющие под собой ничего акций. Все очень обосновано, друзья. И мы сейчас с этим разберемся с вами. Поэтому вот такие возможности здесь есть. И смотрите, значит, что происходит в действительности. Сейчас я отвечу еще на один вопрос. Так, надеюсь, Константин, вот я надеюсь, что проблем с договором продажи не будет. Спасибо за ответ. Вы знаете, у вас не будет договора продажи. Я вас огорчу, Константин. Ведь продавать, когда появится такая возможность, через 90 или 160 дней после входа на биржу, у вас появится возможность открыть в банке, в выбранном вами банке, если он такую услугу оказывает. Это, скорее всего, будет какой-то международный банк, выгоднее его использовать. Открыть там счет ценных бумаг и дать команду перенести столько-то ваших, не все, а можете все перенести свои акции. Там есть разные правила. Все акции на этот счет. И он будет на этом вашем счету. Я рекомендую не все переводить. Вот. Всяко бывает с банками. И Бог его знает, как они там, и где-то вы что-то не рассмотрите.
потом будете там искать свои акции в канувшем в безызвестность банке. Поэтому какую-то часть акций перенесите и можете ими значит, не торговать, а продавать. Или покупать туда эти же акции уже. Понимаете? То есть можете там начинать определенную деятельность. Но серьезная деятельность будет зависеть от тех правил, с которыми акции будут на IPO выведены в свое время. И эти правила, может быть, там со 100 акциями, там с 1000, с миллионом акций, там и нечего разговаривать будет. То есть продажа акций начнется, допустим, с 1 001 акции, возможность продать на бирже. Все. У кого нет, пардон, что делать? Тогда надо кооперироваться там и так далее, и так далее. Но возможность будет продать, если кто захочет. Там 100 тысяч продать, можно будет скооперироваться. То есть разные возможности, друзья, будут. Но это так, это будущее. Но, тем не менее, тренироваться и репетировать в этом направлении надо. И поэтому это абсолютно реальные, нормальные вопросы. Я надеюсь, что это все очень пользу. Не будет. Геннадий, а скажите, почему невозможно оплатить подарочную рассрочку с бонусного счета? Или это только у меня не оформляет? Нет, вполне возможно. Даже с бонусного счета как бы более благоприятные условия там есть, если вы посмотрите внимательно в кабинете. Что-то это у вас там не срабатывает. Подарочную рассрочку. Что вы под подарочной рассрочкой подразумеваете? Не совсем понятно. Геннадий, ладно. Константин, вот у вас вопрос есть. Имел в виду проблем с представлением его в качестве вторичного удостоверения. Геннадий, 1:600. Не знаю. Обратитесь в техподдержку. Все может быть в начале. Константин, имелось в виду проблем с предъявлением его в качестве вторичного удостоверения. Вторичным документом является выписка опять-таки из реестра. Если, предположим, по наследованию кто-то там предъявляет, не договор будете предъявлять, потому что в договоре там же не отображается, оплатили вы или не оплатили. Вы показали договор, там указан срок, прошел срок, не прошел. Реальным фактом или точкой совершенства является занесение в реестр. Поэтому и выдаются промежуточные сертификаты, как вы поняли. И конечным итогом является выписка из регистра или из реестра. И поэтому предъявлять вторичное удостоверение прав собственности является именно эта выписка. Нотариально, когда оформляется там как-то передача и так далее, до момента, пока на биржу не выведено, друзья. Как только на биржу выведено, там несколько других. Хотя, в принципе, то реестр он сохраняется. Там то же самое будет. Таким образом, идем дальше, дорогие друзья. Смотрите, что это к разговору о том, сейчас картинка перед вами, к разговору о том, что откуда акции ЗИН, как говорят в народе, да? Откуда они вообще берутся? Я не буду снова вам повторять, чтобы меня не обвинили еще раз в том, что я то же самое все время толдычу. Но я показываю с другой стороны. С 1 по 10 этап на залоги выделено по проекту 43 миллиарда 500 миллионов, условно говоря, акций, залогов. Это под инвестиции по бизнес-плану 86 миллионов долларов. Так? Но мы знаем, дорогие друзья, что с 1 по 9, а мы сейчас на 10 этапе, 5 миллионов, так и 25 миллионов, чтобы инвестировалось, мы не доинвестируем. Что это значит? Если у нас здесь не 86, а, например, 70 миллионов, 50. Что это значит? Это значит, что здесь акции остались. Правильно? Мы не дофинансировали. Теперь, что происходит в дальнейшем? В дальнейшем происходит такая вещь, что мы можем их использовать для того, чтобы доинвестировать проект. На 10 этапе у нас не хватает 25 миллионов, но есть некий критический порог перехода с этапа на этап. Он отражается не в цифрах, а он отражается в работах, которые выполнены. Удалось выполнить все работы дешевле, тогда инвестировали меньше. Но мы работы, которые позволяют перейти, уже завершить 10 этап, выполнили. И переходим
И акции выдали меньше, потому что инвестировали меньше. Поэтому здесь все время накапливается определенный как бы задел, остаток. Плюс остаток, а здесь минус остаток. И это дает потом выровнять, я потом еще позже чуть-чуть покажу, дает возможность воспользоваться, это я грубо сейчас вам говорю, не придирайтесь, пожалуйста, к цифрам досконально, потому что здесь могут быть, я примерно даю понятие, где мы находимся. Вот. И в конечном итоге что получается? Смотрите, первый по 15, итого, как я уже сказал, всего выделено было по бизнес-плану 60 миллиардов с половиной залоговых акций или залога, да, под то, что будет по проекту должно быть инвестировано 236 миллионов долларов. Но что фактически? Фактически эта сумма меньше будет, и фактически есть предположение, что весь проект осуществится за 180 миллионов долларов. Понятно, да? Всего акций под проект было выделено 133 миллиарда. Из них 66 миллиардов 811 миллионов и так далее. Минус все это, минус 2 акции под залоги. А остальная часть, если от этого отнять это так называемые те акции, которые должны остаться свободными. И в первую очередь они выводятся на IPO. Это ценно, так иначе не сделать, иначе нам не выйти. И когда они вышли, их вывели, компания вывела на IPO, отметилась на рынке, пошла купля-продажа акций определенная. И вот тут-то как раз мы сидим и смотрим, 90 или 160 дней, смотрим, как идет торговля. И готовимся с выводом своих акций, выводим их в банки. Я сейчас могу ошибиться в порядке, но примерно так. Какой-то момент будет точка отсчета, когда можно выводить компании уже в счета и их активировать. Вот, считать ценные бумаги. Все, и дальше мы смотрим, что происходит на рынке ценных бумаг на бирже, на которую мы вышли. Идет выше номинала, ниже номинала. Это зависит от того, как успешно реализуются проекты, адресный проект. Наш чат, если кто не помнит или не знает, фактически был создан под вопросы, организационно-правовые вопросы и под целевые проекты. Он так и называется, целевые проекты, там сейчас и моя фамилия туда прикручена. Значит, да, это просто моя трактовка, мои подачи, но я вас должен с одной стороны огорчить, с другой стороны обрадовать. В ближайшее время, я сегодня уже громыхнул там в чате, всякие дискуссии по поводу там, кто куда, какие акции, кто-то чего-то, вяканье, мямканье и прочие дела будут закрыты. Я просто нещадно буду закрывать людей, которые неактивны, на которых неинтересны адресные проекты, и будем заниматься только тем и теми, кто заинтересован вести адрес. Пусть это будет 10 человек, пусть это будет 15, 50, 150 человек, но это будет качественный чат. Поэтому будьте внимательны, дорогие друзья, к этому делу. Пока есть возможность, участвуйте. Вот там мне некогда. Будет администратор, который будет очень активно это дело вести со временем, потому что начнутся обучение и так далее. Борис, да. Привет, Борис. Вот, поэтому здесь есть возможности. И вот это есть как раз резерв. И поэтому, а что касается особо дисконта 1 к 600, то я вам скажу так, что для участия в этом были выделены определенное количество акций вот отсюда, вот из этих вот, да. Вот. Но на первом этапе воспользовалось этим дисконтом чуть больше 2000 человек. Не извиняюсь, больше, а активными остались 2000 человек. И, то есть это почти половина, где-то около половины. Остальные один раз проинвестировали, кто сколько, от 25 до 5000, да, кто сколько смог. И все, и затихли, сели в соседней комнате, курят бамбук и ждут, когда наступит час X, и на них манна небесная посыпется. Понимаете, да? И поэтому, значит, а резервированы-то акции были. Причем было сказано, что и объявлено, что этот дисконт можно будет повторять все время. Да, можно повторять. Так повторяйте.
И кто сегодня там говорил мне, что вы не выполняете правила и так далее? Как не выполняет, дорогие друзья? Как компания не выполняет эти правила? Эти правила выполняются. Вам каждому дано дальше, но мы находимся на том этапе, когда, с одной стороны, лояльность была проявлена определенным количеством, и они ее сохраняют. Видите, я вам показывал. Смотрите, у меня очень четко здесь стоит. 189 дней масло. Доделывай этот свой проект. У меня там есть живые проекты. Вот этот проект, с которого я сейчас открыл, он был мною завершен как раз два. Я специально для себя это сделал, хотел посмотреть, как наш кабинет отреагирует. Я 28-го закрыл один к 600 пакет. И вот он мне, вот я его вам и открыл, понимаете? И вот у меня здесь 181 день. У меня есть еще другие пакеты, которые примерно такой же стадии, их просто надо будет. Но я ими больше не могу воспользоваться. Это единственный, который мне дает возможность. И вот я на нем буду кататься дальше. Но все, кто этим не воспользуется, все, дорогие друзья. Лояльность закончилась. Лояльностью не является один проект. Лояльностью является процесс. Ты участвуешь или не участвуешь? Остаешься ты в этой комнате, где мы работаем, или ты уходишь в соседнюю комнату курить бамбук, как я уже сказал. Все. Поэтому я прошу здесь очень четко к этому относиться и правильно это дело все понимать. Вот. Поэтому к адресным проектам. И сейчас я скоро передам слово Едигарову. Я сейчас посмотрю, что у меня там происходит. Так, он вообще у нас здесь или его нет, он есть. Так, Сошников Олег есть. Здравствуйте, Олег. Спасибо, что вы подстраховываете. Так, я понял вас. Куда-то у нас Едигаров есть. Все, есть Сергей. Будем пытаться сегодня. Потому что в дальнейшем... Ладно, все по очереди. Смотрите, я постарался... Вот тут опять кривая Т. Т здесь у нас внизу, видите, временная ось. Наверху затраты по адресному проекту. Ведь почему я эту тему поднимаю? Она очень четко связана с капитализацией. Это может быть один проект, это может быть N плюс один проект, масса проектов, но более-менее структура развития проекта одна и та же. Временные этапы могут быть разные, зависит от проекта. Например, до 30%, чтобы проект довести, занимает от 10 до 15 месяцев. В среднем, это я прикидываю по тому, с чем я уже ознакомился, и тем проектам, с которыми я в какой-то степени уже 2 года худо-бедно связан. Прямо, косвенно, как угодно, да? Анализировал, помогал разобраться, там, инициировать проекты. Вот на своем этом опыте я могу это утверждать. До 30% проекта, затрат проекта, да? После 30% риски сильно уменьшаются у проекта, да, и начинается этап следующий, подготовки строительства и строительства. Тут трудно, сейчас я не буду четко развивать, что этот этап, что этот, мы к этому еще придем. Здесь суть важно понять, что дальше пошел рост до 50% затрат достаточно быстро. Дальше начинается процесс строительства, отладки, наладки, подготовки и так далее. Дальше еще в конце уходят большие затраты на подготовку эксплуатации и сдачу проекта. Адресный проект в части его реализации завершен. Начинается дальше, пойдет процесс, и это занимает от 20 до 30 месяцев в среднем по проекту. Но если это большой проект, там, я не знаю, там на 1000 километров и так далее, может быть, он займет больше. Потому что, почему он может занять больше? В первую очередь, потому что может быть период предпроектный. Здесь вот 30%. Здесь принимается решение, строить или не строить. Понятно, да? И это 30%. Если мы говорим о 100-миллионном проекте, 100-миллионный проект, условно говоря, что такое 100-миллионный проект, чтобы понимать. 100-миллионный проект – это 40 километров. Да, 40 километров по 2,5 миллиона километров, условно говоря. Понимаете? Это не совсем так. Даже 25-километровый со всеми структурами примерно. Да? Вот, 30 миллионов надо выбросить. Здесь только не выбросить, а потратить,
когда риски достаточно высоки еще. Там надо подготовить строительство, там не то, что строить, не строить. Здесь принимается окончательное решение, значит, как финансировать окончательный этот проект дальше и как строить. Но 30% уже затрачено. Поэтому основные инвесторы пойдут здесь. Но у нас здесь в самом начале этап, вот этот этап, это, скорее всего, мы будем уже сегодня, вероятность очень высока, что практически большинство или самые основные проекты можно будет финансировать через ICO. То есть, используя крипторешения, монетизации, коинизации, называйте это как угодно. Поэтому очень важно понимать, сколько это по времени займет. Чтобы провести ICO, это занимает, опять-таки, тоже, дорогие друзья, от 4 до 6 месяцев. Это значит, что сумма, определенная сумма какая-то набрана, и проект можно продолжать. Или набрана такая сумма, здесь может быть выше сумма быть, можно 30% всего проекта набрать через коинизацию. Можно весь проект набрать за счет коинизации и провести его дальше за счет этих средств, что было вот в эти 6 месяцев здесь сделано. Вопрос только в том, насколько будет рынок вам доверять тем, кто начнут, инициирует проект, начнут этот проект, будут управлять этим проектом. Ведь процесс коинизации или выхода, это тот же самый выход на открытый, так называемую, инициацию криптовалюты, на предложение криптовалюты или криптомонеты под проект. С одной стороны, выдается единица, не коин, ну его можно коин, но он как-то иначе будет называться. С другой стороны, получает проект деньги. Вот, поэтому вот таков затраты на адресный проект. Здесь время. Надо представлять. Поэтому много проектов, много нужно будет управляющих проектов. Ведь этот процесс-то весь надо провести. Этот процесс надо весь провести. А с другой стороны, в Минске, бюро, конструкторскому центру, всемирному центру ведения проектов нужно все спроектировать. Передать это никому нельзя и так далее, и так далее. То есть мы с вами стоим у истоков создания всемирного концерна. Концерна какого-то большой организации, которая... Плюс, поэтому мы сейчас и радеем, и занимаемся тем, чтобы создать еще и фонд, который бы помогал этому процессу не за счет инвестиций, а за счет фондовых средств. Но это отдельная история, дорогие друзья. Так, слушай, целевой проект Владимир Маслов. Правильно, спасибо, Олег. Так, Ирина, так, что есть вопросы в капитале, активность с дисконтом. Да, Ирина, Новгород. Но там дисконты разные. Ой, извиняюсь, пакеты разные, дорогие друзья. Вот. Так, есть ли еще вопросы? Здесь пока я не вижу. Откроем. Так. Все, идем дальше. Что я еще вам хотел сказать? Ну, я об этом уже кое-что вам сказал, не буду больше останавливаться. Итак, оплайн, последний, третий вопрос, прежде чем я передам слово Сергею Дегарову. Смотрите, обстановка на рынке. Освежу, я повторяюсь, я ничего нового не говорил. Обстановка на рынке. Мы верим, что рекомендательный маркетинг один из самых быстрых и простых способов достичь финансовой свободы. Да, он очень сильно сейчас развивается в мире, вот, но тут есть много но. Вот тенденции, чистые MLM, когда связано с чистыми продуктами и так далее, годовой оборот очень мощный, вот, сотни миллионов партнеров, ежемесячно по миллиону новых партнеров привлекается, но это не значит, что они все активизируются. И вот здесь как раз и кроется проблема. Где проблема? Смотрите, не достигают, то есть миллион приходит, да, 950 тысяч не достигают, 50 тысяч остаются, потом с каким-то временем еще отпадает и остается 1000, 1%, 0,1%, 0,3% говорят специалисты в конечном итоге. То есть клиент не понимает,
боится, бог знает еще. Основные узкие места это презентация проекта. Все страдают этим делом. Общение с клиентами и помощь в принятии решений. Это работа кабинета, непонимание этого здесь нет. Управление клиентской базой. Мощнейшие проблемы. Я вот помню, когда я пытался этим делом заниматься, очень много проблем было, просто жалко времени. Обучение команды. Еще одно такое вот, ну, слабое место. Самостоятельный рост команды или дубликация, дублирование я бы назвал. Почему? Большие затраты по времени, правильно, и страхи. Удастся, не удастся. Win-loss. То есть мы все слушаем, как активные, а не проактивные люди. То есть мы не верим, и поэтому здесь у нас есть проблемы. Но мы верим, что с помощью современных средств и решений можно упростить работу, да, верим, снизить страхи и так далее, и так далее. Все это естественно. Поэтому, смотрите, здесь у нас есть средства, вот в Аплайне, например, это уже только хотя бы центр контактов, это мощнейший инструментарий. Не вдаюсь в подробности, не моя это сейчас задача, об этом будет говорить Сергей. Но я просто обращаю внимание тех, кто еще это не раскусил. Это всем не нужно. Это не для всех, кто вы слушаете. Это для тех, кто заинтересован создавать свои команды, заинтересован применять инструменты. Это от лидера и выше. Активных. Но бывает чахлый лидер, а хороший партнер, который вошел, потер руки, говорит: о, ребята, у вас здесь шикарный проект, давайте-ка я начну работать. Он понял это дело, вошел, начал работать. Все, это вопрос того, что у тебя в голове. Понимаешь, хочешь, желаешь, как я в прошлый раз говорил. Не хочешь, вернее, не умеешь, учись. Не хочешь учиться, инвестируй. Нет денег инвестировать, учись, инвестируй и так далее по кругу. То есть развивайся. Итак, есть люди, которые просто мотаются по жизни, у них доход $500 в месяц, и они не могут с этого беличьего колеса выскочить. Ибо как только они уйдут в стороны, и этих $500 не будет. Понимаете? Но в момент, пока они бегают, они не находят время, чтобы хоть как-то отвлечься в сторону и развиваться. Они же не все 24 часа бегут по кругу. Понимаете? Поэтому надо очень четко регулировать, смотреть, куда вы идете, каковы ваши цели. И инструмент Аплайн, дорогие друзья, есть хорошее подспорье для развития и создания бизнеса. Вам есть какая информация про дивиденды? Как ты думаешь, первые выплаты будут на Зигмундс? Ох, Зигмундс, United Kingdom. Или откуда вы тут... Я сейчас отвечу, иначе мы уйдем в оплайн, и я забуду. Вы знаете, значит, уважаемый Зигмундс Эдинбургс, из Эдинбурга, United Kingdom, когда будут дивиденды? Поверьте мне, я сегодня говорил на телемосту для Африки. Если кто-то присутствовал, хорошо. Не присутствовал, тоже есть, будет запись. Вот. Я там сказал, что это долгосрочный проект. Мой жизненный опыт показывает, что ожидать быстрых дивидендов, ну, не совсем правильно. Хотя вы можете меня обвинить. В самом начале я говорил, да, что по проекту дивиденды предусмотрены. Они есть в бизнес-плане. В 2019 году по результатам 2018 года. Но каких дивидендов вы ожидаете? 1 цент? Да, реально. Хотите вы получить серьезные дивиденды? Тогда должен быть серьезный пакет. Если даже на одну акцию будет 1 цент, как я говорил, то 1 000 000 акций, это, извините меня, $10 000 по 1 центу на 1 акцию. Я как-то какое-то время назад приводил расчет, что для этого надо сделать, сколько надо по адресным проектам наработать, по адресным проектам. Сколько таких вот проектов от нуля до 30 месяцев надо провести. Их нужно на сумму затрат или, скажем так, так называемых доходов должно быть около 3 миллиардов. 3 миллиардов, дорогие друзья. И оттуда тогда мы начинаем отчислять. Это на прибыль, извиняюсь.
А это значит, что чтобы получить 3 миллиарда прибыли, это должно быть проектов на 30 миллиардов. Это при 10% прибыльности. При 10% прибыльности 3 миллиарда доходов GTI получит. Оно отчислит не доходы, извиняюсь, прибыль. Прибыль он оттуда отчисляет. От прибыли 20% это 600 миллионов с 3 миллиардов. И вот тогда мы получим на те 60, если только на 60, мы получим по полцента, если 600 миллионов, по полцента на одну акцию. Это значит, на тем, кто, у кого миллион, будет 5000 долларов. Понятно, да? Но это все надо еще получить. Наш бизнес-план показывает, что в 2019 по результатам 2018 года примерно где-то около 4 миллиардов расчетно предполагалось получить. Но я должен вас огорчить, дорогие друзья, потому что смотрите, где мы находимся. Мы находимся с вами еще на 10 этапе. Мы по бизнес-плану должны были завершить или быть на завершении 15 этапов. Ничего не поделаешь. И компания здесь не сильно виновата. Виноват процесс, потому что вот он идет так, как идет. Хорошо, что он так идет, потому что я все время удивляюсь, насколько мы продвинулись. У нас в Таллине был буквально вот несколько дней назад был вебинар, извиняюсь, семинар, когда коллеги показывали, значит, всю, весь проход, начиная с 2014 года. Я не перестаю просто удивляться и восхищаться тому, какова динамика всего нашего процесса. Я время от времени возвращаюсь к бизнес-плану, возвращаюсь к плану финансирования и смотрю, какие работы должны выполнить. И вы знаете, я просто удивляюсь. Я сам экономический, организационный экономический консультант. Я просто удивляюсь, насколько процесс реализуется и работы выполняются. Наполняются. Не за те средства, которые сюда поступают, дорогие друзья. Поэтому я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Значит, про дивиденды будут выплаты. Вы знаете, Зимонс, но у меня есть хорошая новость для вас, что давайте поспекулируем, что вполне вероятно, вот это мои размышления, вполне вероятно, что в этом году, в этом 2018 году начнут развиваться несколько адресных проектов. В первую очередь базисная, о котором Алексей Суходоев и Сергей Сибиряков говорят, да? Вот базисная платформа, я не могу назвать это первый адресный проект, но есть еще 2, 3, 4 других адресных проекта. Эти адресные проекты, которые, они позволят выпустить токены. Видите, я сейчас покажу вам. Sorry. Вот они на этом начальном этапе позволят выпустить токены здесь на сумму. Скажем, адресный проект требовал, допустим, 100 миллионов, а все так прониклись, 150 миллионов на этот проект выдали. Что тогда начинает делать компания? Прибыль есть от токенизации, да? Я грубо говорю, не придирайтесь, пожалуйста. 150 минус 100 миллионов, оставить какой-то, ну ладно, на какие-то там 20 миллионов там, можно будет у людей начинать выкупать акции. Вы понимаете? Но только с прибыли. Когда-то я говорил и пепел на мою седую лысую голову, что да, теоретически компания может, но это что может она бизнес вести. Все равно же идет отдача, вернее, принятие кредита и отдача под залог акций. Но эта деятельность рассматривается как, скажем, незаконная. Потому что у нас нет бизнеса. Наша компания не имеет права бизнесом заниматься. А вот компания, которая открывает токенизацию, открывает, она имеет право бизнесом заниматься. И вот она имеет право уже как бы поддержать наш проект и начинать у тех, кого приперло, покупать обратно акции и с ними распоряжаться, подавать их снова в процесс. Как? Это отдельная история. Об этом сейчас не будем говорить. Я просто, Зигмунд, говорю о принципах.
Если будет 1 цент, я сказочно, ну, дай бог, я верю в это, Родион. Да хотя бы по, да, давайте не будем спекулировать сейчас. Значит, здесь был еще вопрос, один минуточку. Фонды разрабатываются по какой-то продуманной схеме или кто как смог? Нет. Очень четко, Федор, не фонды, а фонд. Вы это имеете в виду, фонд Всемирный фонд комплексного обеспечения адресных проектов или вообще обеспечения. У него там другое немножко название будет, поддержки SkyWay. Он очень качественно разрабатывается, прорабатывается его. У него будет 4 основных центра. Самый, ну, один из них будет центр финансирования, обеспечения финансирования. Один центр обеспечения, инициация обеспечения адресных проектов и строительства. Кадровый центр или центр обучения, академия обучения. Так далее, и так далее. Там еще будем об этом говорить, давайте сейчас не отвлекаться. Так, а фонды проживают пока, да. Так, что там еще у нас есть? Рассрочки мы и так досрочно закрываем. Ну, их не надо там досрочно. Ну, у кого какие возможности. Планировать надо, Виктория, просто. Может быть, с 11.2 надо сокращать сроки рассрочки до меньшего периода, чтобы выплаты не вылезали. Ну, как вариант, возьмем Владимир на вооружение, да? Идея неплохая, согласен. Надо подумать. Я с коллегами поговорю. Было время, когда давали ситуации за регистрацию, а теперь... Ну, Ирина, ну, мало ли, вот знаете, было время, Ирина, когда были, я вам скажу, дисконт был 1,5 тысячи. Ну, так и что? Это когда начинали? Вы понимаете, по мере продвижения проекта риски-то уменьшаются. Поэтому, извините, готовится ли программа по дисконтам для тех, кто вошел? Да, готовится. Я сегодня сам смотрел, она еще не выставлена, она готовится, друзья. Я вам, Сева, извиняюсь. Готовится. Так, идем дальше. Время уже очень мало. Так, Сергей, дайте мне, пожалуйста, знать, я выключу свой этот самый и дам вам слово. Где у нас Сергей? Сергей, прошу подключиться. Не вижу Сергея. Сергей Дегаров. Так. Меня слышно? Есть. Спасибо, Сергей. Я ухожу. Даю слово Сергею. Потом я в конце еще подключусь, друзья. Доброго времени суток всем. Как меня слышно, поставьте плюсики. Проверьте, вас не слышно, Сергей. Как? Сергей? Сейчас слышно? Алло. Окей, хорошо, тогда я буду так держать микрофон. Так. Меня зовут Сергей Едигаров. Я из компании SkyWay. И скоро уже исполняется 3 года, как я в SkyWay Capital. Сегодня мы поговорим с вами об инструменте, который повысит результаты от вашего бизнеса в SkyWay Capital в разы. Кому бы из вас было это интересно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Так, вижу. Так, отлично. С недавнего времени Upline появился в ваших кабинетах. А кто уже успел им воспользоваться? Поставьте плюсики. Так. Несколько только или один плюсик. Окей. Сейчас я расскажу основные моменты. Я коротко. Буквально 15 минут объясню, зачем Upline,
Об MLM расскажу, как это можно использовать у нас в сети MLM. И второе, расскажу, как работать с оплайном. Коротко буквально. Так, мой рабочий стол видно? Так, настраиваем. Начать. Так, экран мой видно? Поставьте плюсики. Окей, хорошо, тогда поехали. Skyway Capital и Upline. Как же это возможно сочетать? Чтобы больше понимать о продукте, я вам расскажу сначала это о трендах. Какие сейчас, в какую сторону двигаются тренды. То есть на сегодняшний день уже не нужно объяснять, что все товары и услуги перебрались в интернет. И уже более 3 миллиардов людей доступны в сети. То есть у всех есть либо ноутбуки, либо гаджеты, телефоны, смарт-планшеты. И половину времени все проводят с гаджетами. Утром, в обед, вечером, перед сном. И поэтому интернет стал самым быстрым и удобным способом передачи информации. MLM меняется, то есть это уже понятно, и как в нем преуспеть. Первое – это работать профессионально, то есть доносить информацию грамотно и профессионально, пошагово работать по технологии. Второе – это презентовать продукт на высшем уровне. И следующее – это находить ответы на вопросы клиентов, потому что очень много людей, даже я бы сказал новичков, сталкиваются с огромной трудностью, когда презентуют и не могут ответить на вопросы. Клиенты всегда задают самые хитрые вопросы, и новички в этом теряются и, как сказать, не могут ответить. И если нет рядом спонсора или высшего спонсора, кто может подсказать, то новичок плавает в этом и уходит из бизнеса, к сожалению. Следующий – это обучать свою команду. То есть это дубликация. И следующий шаг – обязательно иметь обзор своего бизнеса. То есть кто контролирует свой бизнес, в каком состоянии ваш бизнес, сколько вы зарабатываете, какая у вас конверсия. То есть, если вы имеете обзор своего бизнеса, значит, вы его контролируете. Вы всегда можете его настроить. Я вам представляю CRM работу по оплайн по работе с клиентами. Что такое CRM? Это Client Relationship Management. То есть это площадка, платформа по работе с клиентами, так и с партнерами. Почему же Upline? Почему вот Upline сделали этот продукт? Сейчас я вам немножко объясню, расскажу. Первое. Upline автоматизирует многие процессы в MLM. Автоматизация, понятно, упрощает многие процессы. Делает их более простыми, то есть экономит время. Следующий – это импорт контактов с телефона, имейла и соцсетей. На данный момент происходит вручную им занос контактов. Далее будет добавлен импорт контактов. Следующее – это способствует росту команды. То есть вы дальше поймете, почему это будет. Это я чуть попозже объясню, это вы увидите. Уменьшает страх отказов. Как правило, 90% новичков боятся этого.
То есть и где-то 90% из новопришедших партнеров уйдут, потому что есть определенные страхи. Их много разных у всех. А следующее это Upline позволяет быстро донести информацию до широкой публики, гарантируя точность и качество. Вот. Я остановлюсь немножко на этом пункте. Особенно это важно для Skyway Capital, потому что нельзя вносить никакой дезинформации. Одна лишняя информация, любая запятая, точка не там поставленная, может поставить весь проект в непростую ситуацию. И поэтому я очень рекомендую, даже настойчиво рекомендую, чтобы было точность и качество информации, передаваемой. И следующее это полный обзор процесса покупки с нуля до приобретения. То есть Upline позволяет видеть, на какой стадии клиент находится, на какой стадии покупки. То есть просмотрел ли он презентацию, открыл ли он ее, зарегистрировался, зашел ли в центр ответов. То есть это все видно. Видно, что человек делает. И это есть в Upline. А теперь небольшой пример с цифрами, как делают 90% новичков. Здесь мы сравним. Мы взяли так пример новичка. В среднем где-то обычно у человека, ну, 200 контактов. Это плюс-минус 100-200. Вот. И мы решили сравнить количество презентаций, сколько будет проведено за 2 недели, конверсию, доход от этого, от презентаций, затраты временные и денежные. И решили сравнить. Классический подход. Вот 90% новичков сделает максимум за 2 недели 15 презентаций. Это максимум. Далее новичок уходит. В среднем конверсия, если новичок идет со своим спонсором, конверсия, ну, примерно 20%. Это средняя конверсия в мировая. Соответственно, всего будет 3 покупки у новичка. И мы взяли пример, это если у новичка клиент покупает пакет по $100, то есть это будет 3 покупки, и 3 покупки с 15-процентной доходностью, то есть вы получаете 15%, это по $15 с каждого клиента, это $45 доход. То есть за трех людей новичок получит $45 в месяц. А на эти встречи, 15 встреч, он в среднем потратит час, ну, полтора. Ну, посчитали, и это 22,5 часа. То есть нужно доехать, презентовать, уехать. Второе – это денежные растраты. Это в среднем, ну, $5. То есть бензин, приехать, уехать, или билеты на автобус, или транспорт. И чай, кофе. В среднем, ну, $5 мы взяли. То есть на 15 встреч пойдет $75. Далее будет повторный контакт с теми людьми, которые заинтересовались. Ну, допустим, это было 5 человек. И на повторный контакт уйдет 5 часов. И уйдет $25. И смотрите, что получается. Прибыль $45, минус $75 на первый контакт и минус $25. Итого в первый месяц у новичка минус $55. С теми же данными за 2 недели количество презентаций с помощью Upline можно сделать 200 презентаций, то есть в среднем 5 минут на каждого человека. Если конверсия ваша будет 10%, то у вас будет 20 продаж. Соответственно, доход $15 с каждой продажи умножаем на 20, это будет $300. Затраты на звонки 16 часов и
Денежные затраты $15. Это в среднем пакет оплайн. Затраты на повторный контакт здесь уже больше. То есть по часу на каждого человека. Потому что больше людей заинтересуется. Соответственно, денежные расходы тоже чуть больше. И смотрите, в результате получается доход 300 минус $15. Это пакет. И минус 100. Это повторные расходы. Итого плюс $185. То есть понятно, что здесь новичок получает $185. Не убыток, а прибыль. И дальше начинает уже получать, если там пакеты по 10 месяцев были, то есть 10 месяцев человек, новичок получал эти доходы. Смотрите. Поскольку это мы взяли пример новичков, то есть 90% новичков обработают всего 15 клиентов. И 185 клиентов не будут не обработаны никогда. 185 клиентов, потенциальных клиентов никогда будут не обработаны. Новичок уйдет и не обработает их. То есть понимаете, где находится ресурс по работе со своей первой линией, с новичками, со второй, с третьей. 185 человек никогда не будут обработаны. Поехали дальше. А как вообще видят презентацию люди, когда мы ее отправляем? Первое это... Человек открывает email или нажимает на ссылку в соцсетях и переходит на страничку. И он видит видео. Он смотрит это видео, и ниже находится кнопочка «Узнать больше информации». То есть, чтобы, если человек заинтересовался, он нажимает «Узнать больше». Дальше он попадает в центр ответов. То есть, естественно, у него какие-то вопросы все-таки возникли. И на эти вопросы он может сразу найти ответ. И ниже сразу находится «Открой инвестиционный аккаунт». Кнопочка «Открыть». И если открывает, нажимает на кнопку «Открыть», то переходит на заполнение формы. Сергей, тут возникли вопросы. Да. Я встряну немножко, прошу прощения. Да. Значит, да, да, да. Я думаю, что мы сегодня закругляемся, у нас час истекает. По самому механизму, то есть мы сегодня как бы, или ты сегодня обосновал, сейчас Владимир Павлов спрашивает, теоретически все красиво. Сергей, можете показать конкретного партнера, который использовал оплайн и получил хороший результат? Есть такие люди, они сами доложат это на, как бы, на где? На вебинаре, мы их пригласим. Но, Владимир, пользоваться надо этим последовательно. И, скажем, задача Сергея именно показывать из раза в раз в рамках нашего вебинара, а с 15-го, Сергей, да? С 15 марта будет отдельный вебинар. Да, с 15 вебинар. Марта, да. Будет просто идти обучение. Значит, для тех, кто желает. И для этого я знаю, что ты, Владимир Павлов, или вы, Владимир Павлов, значит, мощный специалист по использованию инструментов MLM. Поэтому, как говорится, это есть вода на вашу или на твою мельницу. Поэтому здесь, скажем, просто надо правильно работать. А об этом будет отдельный вебинар. Мы просто сейчас ознакомливаемся. Да. Этот следующий вебинар. Сергей пойдет дальше, расскажет еще о том, как на какую кнопку и где нажимать. Поэтому мы до этого сегодня... Да, я буквально коротко закончу, да. Спасибо. Буквально коротко закончу. Расскажу о шагах, как работать с оплайн. Первое, это обязательно проходим тренинг, который мы будем уже вести 15 марта. С 15 марта мы начнем. Проходим тренинг, как работать с оплайн.
Второе, это мы вбиваем контакты. То есть здесь я рассказываю пошагово, как работать с Upline. Сергей, там есть вопрос. В Upline нужно заносить да. только e-mail или можно аккаунты из соцсетей? Так, пока только e-mail можно заносить, аккаунты из соцсетей пока невозможно. В дальнейшем сейчас идет работа по добавлению из соцсетей, добавлению из телефона, добавлению из вашего имейла будет импорт контактов. То есть как стандартные Facebook и прочие берут, импортируют контакты, точно так же скорее скоро будет возможно. Мы сейчас ведем работу по этому вопросу. То есть чтобы еще больше автоматизировать этот процесс. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Так, дальше да. с нетерпением да. будет ждать нас Павлов. Правильно, да, ты еще дальше чуть пройдешь, да? Да. Завершаешься. Да, буквально да после минуты. Вбиваем, да, импортируем контакты. А следующий шаг обязательно начинаем обзванивать. Перед отправлением контакту имейла мы звоним, предупреждаем, чтобы человек просмотрел. Только после мы отправляем презентацию, за которой мы следим, открыл ли человек, просмотрел ли и сколько просмотрел, по процентам. Второе, следующее, это мы повторный контакт совершаем. То есть мы ему снова звоним, либо назначаем встречу, чтобы завершить сделку, закрыть. И следующий шаг – это дубликация, то есть научить своих новичков, свою нижнюю линию делать эти все 5 простых шагов. Я закончил, Владимир. Да. Спасибо всем. Друзья, делайте эти 5 да. шагов и пишите. Да, пишите. Алло? Да, Сергей. Да, спасибо большое. Спасибо, Сергей. Давай. Спасибо большое за то, что... Да. Все, спасибо, Сергей, отключаемся. Значит, спасибо всем, желаю всем доброго здравия и до скорых встреч, правильных, мудрых решений, доброго здоровья вам и вашим близким. Строй скорей, спасай планету. Всего доброго.